задача установить АЦН на пожарный гидрант, подать лафетный ствол, склад корпусов аккумуляторов со стороны административных помещений. Как поняли, прием. Поняли, приняли, тут же разведали обстановку, протянули рукава к месту условного возгорания. К тому моменту, по легенде, площадь пожара составила уже 300 квадратных метров и была угроза, что строение обрушится. Сложность здесь большой объем загрузки, пожарной загрузки, больше 450 тонн пластиковой продукции, корпуса аккумуляторов, что тоже вызывает сложности при тушении данных пожаров, выделение отравляющих веществ, поэтому личный состав работает в защитных средствах, дыхательных аппаратах. Как всегда, привлекли не только спасательные подразделения, но и полицию, медиков, службы жизнеобеспечения. Изучили объект, отработали совместные действия. Через 40 минут условное возгорание ликвидировали. Оценка по итогам учений – хорошо.